смотрите, ребят, вот обязательно берем и корневище вот так обволакиваем дерево. Хорошо? Да. Если маленький, то можем вот так вот обмакнуть и положить. Общеобразовательная школа номер 16, сотрудники Темиртауского историко-краеведческого музея и театр для детей и юношества совместно с маслихатом города Темиртау высадили саженцы дуба. Воспроизвели посадку между третьим и четвертым кольцом 8-го микрорайона. У нас здесь сегодня представлено 30 саженцев дуба, которые полностью готовы к посадке. Выращены они желудя здесь, в городе Темиртау, в питомнике Зеленстроя. То есть это деревья, которые климатически очень хорошо подходят для нашей местности. Они здесь привыкли к нашим суровым условиям, без сомнения приживутся. Саженцев у нас 30 штук. Мы готовы по технологии правильно сегодня с большой радостью в такой праздник их высадить. На территории будущей дубовой аллеи установят камеры видеонаблюдения и поставят специальные указатели о запрете выгула собак. Это, по словам специалистов, поможет защитить деревья от вандалов. Выбрали для посадки дуб не случайно, ведь это не только приятная дань прошлому города, но и хороший очиститель воздуха. Дубы – это те деревья, которые растут очень долго, поэтому их не используют для озеленения. Но сами по себе эти деревья на втором месте после тополя по очистке воздуха от вредных веществ. Дерево дуб хорошо приспосабливается к разным условиям, но опять же при уходе. Первые два года это просто необходимо вовремя полить, чтобы не пересыхали. Но сегодня мы используем гидрогель, что если вдруг где-то не получилось вовремя полить, то гидрогель будет удерживать влагу и сохранять корневище наших деревьев. Отметим, что вторую партию сеянцев планируют высадить в старой части города на территории Темиртауского театра для детей и юношества. Юлия Исланова и Сергей Баданин. Новости Темиртау.